Он обращается к нам. «Тем дам я в доме моему, в стенах моих, место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Можно чуть-чуть, что-то фонит? «И сыновей иноплеменников», то есть язычников, «присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всем хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы». И что написано? «Для всех народов». Скажи, для всех народов. Когда и болгары, и русские, и украинцы, и белорусы, и корейцы, и казахи, все вместе, аминь, да, славим нашему Господу, и Богу вот такая жертва приятна, потому что через это Он показывает, что Он стоит над нациями. И вы знаете, просто Бог явно показал картину последнего времени о том, что мы можем читать у пророка Даниила, Бог показывает Даниилу такую картину, что это пророческая картина, что мы видим истукана и периода человечества, там, золотая голова, да, ну, просто, ну, мы это знаем, там, из драгоценных металлов, вот, грудь, руки, ноги. И по мере того, как спускаемся к ногам, мы видим о том, что уже ближе к ногам, то есть к последнему времени, будет такое смешение, что там просто все вот так смешается. Там уже не будет, что там золото отдельно, да, или там глина отдельно, или там по местам, а там будет все настолько перемешано, то есть все нации, они просто перемешаются. Мы видим сейчас эту картину, мы видим миграция. Вот такая миграция, смешение наций, ну, просто вот болгары почему-то все хотят, ну, у меня такое ощущение, что все просто хотят уехать из Болгарии куда-нибудь, лишь бы уехать отсюда. Украинцы, да, хотят уехать из Украины, да, вот сейчас такая тенденция. Русские сейчас вот просто потоком уезжают, целый такой поток движения такой, русские уезжают из России и так далее и тому подобное. И это движение, оно соответствует тому пророчеству, которое написано в Библии. И вы знаете, вот в последнее время, вот и что, и это картина чего? Картина того, что Иисус Христос уже близок, да, то есть, когда придет вот это смешение, в книге Даниила вы можете прочитать «камень». Помните, да, он сорвался и ударил прямо в ноги истукана, этот истукан просто рухнул. И этот камень, что он начал? Он начал разрастаться. Мне эта картина очень радует. Камень, который есть наш Господь Иисус Христос. И я верю в то, что у Бога есть мечта. Вот здесь, в Болгарии, вот на этой святой земле, построить, поставить свой дом, который наречется домом молитвы для всех наций, для всех народов. Скажи аминь. Давайте вот мы за это помолимся. Чтобы быть частью этого плана. Ты хочешь быть частью Божьего плана? Хочешь вместе реализовывать с Богом Его мечты? Потому что если Бог поставил цель, Он ее обязательно достигнет, потому что Он Бог всемогущий. Слава Тебе, всемогущий Бог! Благослови, Господь, Отец! Аллилуйя, Отец! Осанна! Болгария – это очень благословенная держава. Она всегда была страной-убежищем, где скрывались когда-то армяне во время армянского геноцида, когда их резали, убивали, они получили здесь убежище. Здесь скрывались когда-то, Господь Отче, евреи, которых когда-то просто, Господь Отче, во время войны просто начался какой-то страшный, Господь, геноцид. Просто, Господь, сжигали в печах, истребляли в газовых камерах. И евреи нашли убежище здесь, в этой стране. Это особенная страна для Тебя, Господь. И Ты здесь что-то приготовил, Ты здесь хочешь что-то поставить. Ты хочешь построить здесь свой дом, дом молитвы для всех народов и всех наций. Англоязычные, русскоговорящие, болгароговорящие, Господь Отче. Африканцы, китайцы, Господь Отче. Аллилуйя, здесь будут собраны воедино, Господь, для того, чтобы прославить имя Твое, Господь Отец. И воистину, Господь, у всех верующих, Господь Отец, Осанна, у нас, Господь, есть одна нация. Мы граждане Небесного Царства. И у нас течет кровь Иисуса Христа. Мы нация нашего всемогущего Бога, Господь Отец. Наши имена записаны в книгу Вечной Жизни. Аллилуйя, Отец. И это, Господь, не отделяет нас, не делает нас какой-то особенной кастой. Потому что, Господь, у нас есть достойный пример. Царь царей пришел на эту землю для того, чтобы стать рабом рабов. И омыть, и каждый раз омывать нам наши ноги, чтобы очистить нас от всяких нечистот и осветить себе народ особенный для всякого доброго дела, приготовленный народ. Слава Тебе, всемогущий Бог, да прославится имя Твое. Аллилуйя, Отец. Мы хотим прославить и поклониться Тебе сегодня. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Рукоплескание. Аминь. Аллилуйя. Приветствуем вас, драгоценные. Слава Богу, что вы здесь. Знаете, как радуется Бог сейчас, что вы здесь. Вы приготовили свои руки, чтобы славить Господа. Приготовили свои ноги, чтобы танцевать перед Господом. Приготовили свои тела,
А приготовили свое сердце? Давайте будем славить нашего Господа. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Мы будем петь Тебе. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить. Кого мы славим? Иисуса. Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя, Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя. Жизнь моя. Будем петь Тебе, наш Бог. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса Христа. Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Жизнь моя, Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь нас зажигаешь, Божий Сын лишь для Тебя, для Тебя. Вся жизнь моя. Ой, Господу, всем сердцем. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить. Кого мы славим? Иисуса. Нашему прекрасному царю.
благодарными сердцами будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить Иисуса. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Слава только Тебе! Господь, благодарим Тебя за то, что мы сейчас стоим на этом месте, за Твою благодать, Господь, за то, что Ты когда-то нашел нас в этом мире и вернул нас домой, вернул нас к жизни. Мы хотим приближаться к Тебе каждый день, каждый миг времени. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Стою я здесь пред Тобой, мой Бог. Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе, я знаю, рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Мой Бог, наша ближе, наша ближе к Тебе. Хочу я быть наша ближе, наша ближе к Тебе. Хочу я быть наша ближе, наша ближе к Тебе. Только Ты один, мой Бог, лишь один, только Ты один. Все, чем я дышу, все, чем я живу. Еще один день, только для Тебя. Присутствие Твое, хочу я быть всегда. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть ближе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Прославляй Господа сердцем и душой. Иисус, Ты первая
на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть 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 на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Купил нас такой драгоценной ценою, ценою крови Иисуса Христа. И теперь мы сейчас имеем это благословение, это благоволение быть избранными, быть искупленными Его драгоценной кровью Иисуса Христа. Церковь, вы верите в это? Аминь. Верьте, принимайте это.
свою свободу от плена и от греха. Я свободен, я свободен, я оправдан, я оправдан. Аллилуйя, аллилуйя, Ему вся слава, Ему вся слава. Я свободен, я свободен. Я оправдан, я омыт, я исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его. Провозгласи, я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его детем. Ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен. Принят Бога, Его царство, и избран быть Его детем. Ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен. Принят Бога, Его царство, и избран быть Его детем. Я свободен, я свободен, я оправдан, я оправдан. Аллилуйя, аллилуйя, Ему вся слава, Ему вся слава. Я свободен, я свободен, я оправдан, я оправдан. Аллилуйя, слава, провозгласи, что я свободен, я свободен, я свободен, я оправдан, я оправдан. Аллилуйя, аллилуйя, Ему вся слава. Благодарим Тебя, Господь, я за Твою свободу, которую Ты нам даровал. Благодарим Тебя, Господь, за драгоценную кровь Иисуса Христа, которой Ты искупил нас. Аллилуйя. Искупил нас от греха и от вечной. От вечных мук. Искупил нас от смерти, Господь, чтобы мы жили вместе с Тобой, Господь. Имели эту радость, эту благодать, Господь, Твоего присутствия в нашей жизни, Твоего присутствия в наших сердцах. Аллилуйя, Господь. Благослови, пожалуйста, это место и это время. Наполни, пожалуйста, сейчас наши сердца. Переполняй, пожалуйста, их Своей любовью, Своим светом. Дорогой Господь, мы просим Тебя, научи нас любить так, как любишь Ты. Вложи в нас ту любовь, которая никогда не проходит, никогда не кончается. Научи нас любить той безусловной любовью, которой Ты нас любишь, Господь. Аллилуйя, Господь. Вся слава только Тебе. Мы преклоняемся пред Тобой во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы свободны, Господь. В Тебе, Иисус, мы свободны. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Ему вся слава. Ему вся слава. Вся слава нашему Господу. Вся слава Тебе, Господь.
тобой, я жажду слышать голос твой. Ты так нужен мне, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми. Иисус, поклоняюсь.
нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Отец. Господь, чем больше мы приближаемся к Тебе, чем больше мы познаем Тебя, тем больше, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Тем больше мы понимаем и осознаем своим разумом, что мы ничего о Тебе не знаем. Настолько Ты велик, Господь, настолько Ты огромен. И поклоняемся Тебе, Господь. Сокрушаем пред Тобой сейчас свои сердца и преклоняем сейчас свои колени пред престолом Твоей благодати, пред Твоим величием, Господь. Благослови, пожалуйста, сегодняшнее служение. Благослови, пожалуйста, Твое слово, Господь. Дай нам, пожалуйста, свежих откровений. Накорми нас, Господь, пожалуйста, своим хлебом. Отец, приготовь сейчас наши сердца для того, чтобы принимать Твоему Слову, вооружаться, Господь, Твоим Словом и применять его в своей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Воздайте славу Господу. Воскликните голосом радости. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Пожалуйста, присаживайтесь.